Лицензированное интернет-казино «Азино 777». Мгновенный ввод и вывод денег. Много приятных бонусов. Удача ждет тебя в «Азино 777». «Азино 777». Ты пришел выигрывать. Лицензия предоставлена регистрационной комиссией марки собственности и эксплуатации служб Curaçao eGaming под номером 1667-JAS. Тюдор Филмс представляет. Содействие с Infrared Pictures. Фильм Тадли Джеймса. В ролях Маркус Кэрролл, Эбигейл Хэмилтон, Оливер Хэрриман, Уильям Куф, Ния Энн, Сабрина Диккенс, Рики Валентайн, Том Баркер, Эдвард Вэй, Джош Вуд, городок заплатит за предательство. Зло надвигается, и оно перепишет историю. Из самого ада проклятие придет. И всех неверных с собой унесет. Мертвые старики почувствуют кровь. Сожрут молодых, и мир загниет. Зомби-бабуля. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Где Джимми? Сидит с малышом. Я знаю, где она. Проверяла, знаешь ли ты. Я знаю, где она. Скучаю по этому месту. Не нравится мне церковь. У меня от нее мурашки. Я скучаю по маминому пирогу. Я скучаю по пирогу твоей мамы. Мы тут такие хэллоуины устраивали. Раньше. Теперь ничего не происходит. Надо что-то устроить. Костюм? О, Фредди Крюгер. У меня есть когти. У меня есть костюм овцы. Я хочу... Помнишь тот раз, когда я сказал, что приду в костюме невидимки и просто не пришел? Заебись идея. Тебя и правда никто не видел. Тебе стоит побриться. Тебе тоже. Эй! Мне нравится борода. Борода — это круто. Так тебе и надо. Прошу, не отращивай бороду. Я и так не могу. Газ может отрастить отличную бороду. И где он вообще? Слышал, он трахается со взрослой тёлочкой. И она та еще извращенка. Я его лучший друг, он бы мне сказал. Ненавижу гром. Ты всего подряд боишься. Right.
У меня ранняя смена. Не забудь, что родители возвращаются завтра, и бабуля еще болеет. Давай, присмотри за ней. Всего один денек. Или мне попадет. Тень на стене. Почему вы здесь? Бежим! Пора вставать. Ленивая корова. Слушай, помоги мне кое с чем. Это важно. Молись, чтобы это было важно. Не трогай меня! Зомби захватили планету? Не уверен насчет планеты, но наш город это уж точно. Нет! 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 Господи! О, боже! Так, послушай. Если это по-настоящему, есть правила. Во-первых, не выходи из дома.
В первые часы нападения зомби люди попытаются сбежать, потому что тупые. На дорогах пробки, в городе паника. Оставайся в комнате, заряжай пушку. Готовься надирать задницы, но сиди тихо и будь начеку. Слушай, бабуля спятила. У нее совсем шарики за ролики заехали. Что делать? Бля! Эд! Моя соседка зомби! Кори? Кори! Я застрял в своей комнате. Весь город заражен. Да ты чё? Я не могу сейчас говорить, моя мама очень рассержена. Очень рассержена. Боже, я вижу его мозги. Нет, нет, не смотри. Не могу перестать. Она ушла. Хорошо. Так, развернись и оставайся в комнате. Проверю-ка я. И нафига было звонить, а?
дальше. Дерьмо, дерьмо, вот дерьмо. Дай. Я вернулся. В свою комнату снова. Хорошо. Тупица. Теперь слушай меня и сиди тихо. Чувак, бабуля готовила блинчики. Блинчики? Очень странные. Она готовила кошку. Да. У зомби имеются остаточные воспоминания. Некоторые вещи могут пробудить их память и заставить делать каждодневные дела. Но она все-таки мертва. Говорят, что чем моложе зомби, тем больше у него воспоминаний. Но скоро они все исчезнут, и останется лишь инстинкт поедания живой плоти. Теперь надо позвонить в полицию. Если повезет, зомби расплодились только на твоей улице, значит, помощь пригодится. Но не говори о зомби, ладно? Погоди, а ты что будешь делать? Я? Останусь дома. Буду заряжать пушки и готовиться надирать задницы. Здравствуйте, полиция Блэквуда. Чем могу помочь? Да, меня зовут Эд. Я живу в доме на 9 Хайвью. И у меня большая проблема. Моя бабуля спятила. Она старая и не понимает, что творит. У нее дробовик, и она стреляет в доме. Помогите, стерва шизанулась. У нас жесткая политика касательно розыгрышей. Розыгрыш? По-вашему, я шучу? Моя бабуля нахрен спятила. Она все утро пытается меня убить. Послушайте, сэр, трата нашего времени уголовно наказуема. Что? Она уже кошку убила. Я любил маленькую Моги. Прошу, сэр. Ладно, ладно. Я трачу ваше время, поэтому... Пришлите кого-нибудь, чтобы наказать меня. Ладно, для записи. У вашей бабушки нет дробовика, и она не хочет вас пристрелить? Нет, у меня есть пистолет, сука. И на вашем месте я бы кого-нибудь прислал. А если нет, я вышибу мозги своей странной бабули. Блин, черт! Что? Я вижу, как старик напал на молочника. Чего? Он в порядке. Он выжил. Ну, ненадолго. Почему? Его ранили. Ну и передряга. О боже. Эд, группа старых зомби прогуливается по моей улице. Сколько зомби ты видел? Двоих. Мою бабулю и мою соседку. Егорь сказал, что его соседка тоже зомби. Он старикан, так?
Да. У меня тут открывается отличный вид. И я видел только старых зомби. Старых зомби? Да. В теории только мертвые обращаются, но твоя не умерла, да? Нет, она не болела. Тогда моя теория — инфекция поразила город, но она забирает лишь стариков. Самые слабые всегда первыми идут в расход. Есть кое-что еще. Ее глаза стали белыми, а затем они стали черными. Как будто лицо демона. Моя бабуля — зомби-демон. Серьезно? Тогда, возможно, это не инфекция. Возможно, это нечто сверхъестественное, и старики не могут противиться. Но это лишь теория. Стариков вселяются демоны. Мне тут пришла одна мысль. Эд, с чего тебе, Эдди? Газ, слушай внимательно и скажи мне правду. Ты все еще трахаешь бабулю Билли? Что? Это было один раз. Я был слаб. Она сама подкатила. За кого ты меня принимаешь? Черт, Газ, ты все еще ее трахаешь. Ты слишком хорошо меня знаешь. Да, я все еще ее пердолю. Не могу остановиться. Мне нравятся старушки. Меня это заводит. Я у нее прямо сейчас. Дерьмо. Так, послушай меня. Ты должен валить оттуда прямо сейчас. Меня не остановить, Эд. Она как грязный наркотик. Газ, убирайся оттуда прямо сейчас. Она гребаная зомби. Зомби? Жердяйская ты жопа, она не такая старая. Вообще, мне пора, Эд. Но я не выключу телефон, чтобы ты мог послушать. Она громко орет. Ты мудак! Она, блин, убьет себя. Не так... Ты что творишь, старая шизанутая овца? Блядская сука! Газ! Газ! Газ? Ты в порядке? Черт. Блин. Вот дерьмо. Билли, как дела? Эд, это худший день в моей жизни. Но не все так плохо, чувак. Моя мама от роги из ада. У нее лицо демона. Смешно. Отец говорил, твоя мамка просто сатана. Хуже не станет. Да. Черт! Слушай, друг, прости, что выстрелил твоему дяде в лицо. Ничего, он шел прямо на нас, пытался убить нас. Ага. Но собаку зачем было убивать? Ну, нельзя знать наверняка. Но ведь можно. Он странно на меня смотрел. Он всегда так смотрит. У него один глаз.
Вы должны расписаться. Я просто оставлю это тут. Дай! Газ мертв. Нифига себе. И еще кое-что. Думаю, полиция обратилась. Кто-то много кричал. А затем... Ничего. Тишина. Я не понимаю. Дверь была закрыта. Наверняка напали с улицы. В таком случае все началось. Они бродят по городу. И что мне тогда делать? У тебя есть всего два варианта. Убить бабулю, обезопасить дом. Или сидеть тихо и ждать, пока все уляжется. Я не могу убить свою бабулю. Если вы это видите, меня убила моя бабуля. Тебе кое-что сказать, это мучило меня все утро. Поверь мне, нет. Сейчас меня ничто не разозлит. Да, страхал твою бабулю. Че? Смотри, где твой дядя. Мозги. Мозги. Слишком рано. Мозги. Слишком рано.
Дом 9, розыгрыш. Психи с дробовиками. Дробовиками? Черт. Я недавно смотрел «Бомжа с дробовиком». Видел? Нет. Хороший. Крутой. Самый ебанутый фильм из всех, что я видел. Сэр, нужна подмога. Вы в порядке? Тут человек без руки. Вы в порядке, сэр? Так, я пойду сзади. Присмотри за ним. Сэр, повернитесь, пожалуйста. Сэр, скажите, что случилось. Сэр, замрите. Не двигайтесь, сэр. Не с места, сэр. Стоять на месте! Ну нах. Я здесь. Стойте, не стреляйте. Не двигайся. Эй, что у вас творится? Мы приняли вызов о безумце с дробовиком. А, не совсем, но там есть спятившая старушка, пытающаяся меня убить. Она где-то в доме. У нее дробовик? Да. Стреляйте на поражение. Она совсем поехала. Назад! Назад! Бля! 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 Черт! Диана, вы ее видели? Нет. Не скажешь, что это такое? Вот это. Это мой мертвый кошак Монги. Спит куча дерьма. Что тут творится? По правде, моя бабуля зомби. Зомби? Да. И она сожрала мою кошку. Застрели, суку! Она убежала. Нет, черт! Нет! Срань господня! Почему ты его не пристрелил? Пристрелил? Это мой напарник. Он же зомби. Да пошел ты, зомби. Брехня. Дай подумать. Пока ты думаешь, я пойду посру. Посрешь, я тебя пристрелю. Что? Что за... Прием.
Это Харви. Мы в серьезной передряге. Нужна подмога. Прием. Офицер TS-5291, мне нужна подмога. Прием. Да что происходит? Оно распространилось. Что, зомби? Они забирают стариков. Похоже, весь город заражен. Заражен? Зомбаками? Да. У тебя есть сигнал? Нет, еще нет. Одно отделение. Два отделения. О, боже, нет! Пошел, 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 пошел! Быстрее! Отвали, я пытаюсь! Да ебаный пиздец! Бум! Давай, давай! У меня большая пушка. Беги, брат, беги! Господи! Простите, я больше не могу терпеть. О, боже. Вот. Итак, каков план? Не говори со мной, пока... пока срёшь. Но нам нужен план. Не надо спешить. Нам нужен хороший план. Используем пушку и прорвёмся с боем. Послушай, не думаю, что выбежать туда с пушкой наперевес — хорошая идея. Мы можем просто... подождать помощи. Я не могу ждать. Да. Я тоже. Господи. Извините. Отвлеки моего напарника, я иду. А что с планом? К черту план! Простите. Погоди, погоди, идем сюда. Нет, там мой напарник. Но там моя бабуля. Я не хочу его убивать. Я не хочу убивать ее. Идем туда. Слышал? Что? Слышал? Что? Это Джен. Это Джен. Джен кто? Знаешь Джен? Нет. Помогите. Вот, опять. Заткнись, у меня от тебя мурашки. Это из гостиной. Идем. Что моя соседка делает в гостиной? Постой, это плохая идея. Помогите.
Там! Стреляй в нее! Почему она такая сильная? Пристрели ее! Почему ты не стреляешь? Стреляй! Думаю, что стоит двигать тело. Нельзя ее здесь оставлять. Что если придут соседи и увидят ее? Она и есть твоя соседка. Я не хочу ее трогать. Что если соседи придут? Хватит уже. Туда. Чёртова! Думаю, она играется со мной. С нами. Она могла убить меня. Она меня помнит. Идем. Пора валить. Черт! Не видел его. Бережем пули. Отличная мысль. О, черт! Что? Я забыл мою клюшку. Где он? Думаешь, он с нами играет? Зомби. Тупые создания. Умница.
Черт! Бабуля! Черт! Бабуля! Дерьмо. Дай. Ситуация по-настоящему осложнилась. Ты абсолютно прав. Не думаю, что это лишь наш город. Может, целый округ или весь Южный Уэльс. Телек и интернет не работают. Мы отрезаны от остального мира. К счастью, телефон еще работает. А как твои дела? Паршиво. Клянусь, я насмотрелся дерьмеца. Почему ты шепчешь? Я не знаю. Я заметил несколько видов. Есть медленные зомби, у них белые глаза. И быстрые зомби, у них они черные. Та теория начинает казаться все более верной. Думаю, они быстрые, когда в них есть демон. Начинай думать об укреплении дома и серьезной зимовке. И что делать? Убить бабулю? Запастись едой и... зарядить пушку? Но сначала запастись едой. Ладно, найди еду, убей бабулю, а я попытаюсь связаться с внешним миром. Приветики. Я видел, как у парня оторвали руку. Я перезвоню. Говорят, что чем моложе зомби, тем больше у него воспоминаний. Но скоро они все исчезнут, и останется лишь инстинкт поедания живой плоти.
пицца. Черт! О, черт! Thank you.
Пора. Давай. Все стало еще хуже. Из того, что я видел, лучше тебе не выходить из комнаты. Слишком поздно, я на крыше. На крыше? Да, меня выгнали из моего дома. Ты должен вернуться и зачистить дом. Что? Я в безопасности, у меня полно еды. Ну, с десяток бич-пакетов, чипсы и консервы. Мне пока хватит. И Эллен скоро придет. Эй, а как твоя девушка поживает? О, черт! Привет, солнышко. Не смей меня так называть. Да почему не позвонил? А ты почему мне не позвонила? Потому что я все еще злюсь на тебя. И то, что наступил конец света, не значит, что я тебя прощу. Прости, что не позвонил. Моя бабуля меня весь день пытается убить. Погоди-ка секунду. Где ты? Я в тачке. Я в порядке, кстати. Спасибо, что спросил. Черт. Ну, раз ты в тачке, то почему бы тебе не приехать туда? Ну, когда я спасалась бегством, за мной бежал дядя Рот. И когда я открыла тачку, я запаниковала. Я оставила ключи в дверце. И он еще там? Да. Погоди немного. Эд, мне страшно. Прости, что накричала. Хотела бы я, чтобы ты был здесь. Итак, я слезу с крыши. Или по пути парочку зомби. Приду за тобой и как герой спасу. Правда? Черт возьми, правда. Я люблю тебя.
Черт! Черт! Да ну нах! А, черт! А, блядь, что за дела? Прости, Эрт, я думал, ты один из них. Это, блин, больно. Черт. Пошла ты, мам, и у тебя есть усы. Билли, ты в порядке? Нет, моя мама сучка, а бабуля шлюха. Черт, Билли, успокойся. Они выкурили меня из дома. Ничего, ничего. Это что? Круто, да? Нашел по дороге. Дай глянуть. Да, смотри, аж блестит. Можно одолжить? Нет, прости, он мой. Иди туда и будь мужиком. Выкинь эту задницу из ее дома. Вперед, Билли, вперед, давай. И Билли. Черт. Да ну нахрен. Черт! Черт! Да ладно. Ладно. Хочешь битву? Ты ее получишь. Yeah.
Где ты? Блинчики в аду, сука! Мы здесь? У меня для нее подарок. Черт! Аккуратно! Что за... Должен встать... А, прямо по моей заднице. Где? О, черт. Быстро. В тачку. Что? В тачку, быстро. Нет, нет, я поведу. Не смей этого делать, ты кусок дерьма. Черт! А черт! Черт! Это Кори!
слезай. О, боже. Срань господня. Видели? Почти попал. Давай. Давай. Что за... Эд! Эд! Залезай! Залезай! Открывай! Помогите! Вы не хотите поделиться новостью? Да, вокруг зомбаки, везде. О, черт! Родаки! Эй, нет, папа! Достань что-нибудь острое! Он на него прыгнул. Он на него прыгнул. Это зомби. Надо уничтожить его мозг. Быстро. Парни, дело плохо пахнет. И что делать? Мы туда не выйдем. Быстро. Там! Там! О, боже! Стреляй, стреляй! Стреляю! В голову! В голову! В голову! Я пытаюсь! Мазила! Уилл, я сейчас весь на взводе! Отойди! Быстро! Что за дела, мужик? Эд, слезь с него. Боже, боже. Слезь с меня! Эд! Глянь, глянь, Билли! Черт побери! Совсем ебанулся, Джонни! Больной придурок! Отвали! Стреляй в него! Билли! Заряжай, заряжай! Ну ты придурок! Она его сожрет, вот же срань! Стреляй! О, боже! Вставай, вставай, вставай! Субтитры
Нет! Уйди! Тормози! Тормози, женщина, что ты делаешь? Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Господи! Он в порядке. Кровь. Стой. Я сделаю это. Люблю тебя. Черт. Эй. Нет. Осторожнее, блин. Прямо в глаз. Прости. Трогай его. Что это началось со стариков? Такова теория. Но разве твой брат не работает в доме престарелых? Да. О, черт!